Верите ли вы в реинкарнацию? Вот я точно сегодня поверила, потому что мы с программой «Коза» находимся в ресторане «Метрополь». Он снова открылся. Здесь, конечно, безумно зелено. Пахнет вкусной едой, но мы как приличные девочки, мы не кушаем после шести. Но обязательно придем сюда на завтрак наслаждаться морским видом. Вы удивлены? Смотрите в нашем сюжете, мы там все-все объясним. С открытием. Расскажите про концепт, про обновленный дизайн «Метрополь». У нас изменился полностью дизайн. Концепция ресторана – это наполнение зеленью. 92 цветка живых, новая кухня, новый шеф-повар. Практически на 90% изменен полностью персонал, на 97%. Это формат заведения мы ожидаем. Семейные ужины, деловые обеды, переговоры, вот, свадьбы, корпоративы. Всех снова рады видеть в ресторане «Метрополь». Достаточно интересная история. Я помню, когда работал еще в самом начале в зале, в котором сейчас находится караоке-ресторан «Чекин». Через какое-то время открыли новый ресторан, светлый, интересный. Поэтому в новом интерьере мы все-таки захотели вот воплотить с этим большими панорамными окнами. Много зелени, много света. Вообще, как бы, ну, мне кажется, это один из самых зеленых ресторанов города. Ну, сейчас, во всяком случае. «Метрополь». В самом теплом, уютном, зеленом, цветущем месте в Харькове. Это ресторан «Метрополь Оазис». Здесь даже есть море. Море, как в Скадовске. Оно очень красивое. Здесь очень красивое море. И жаль, правда, что вид на это море только с одного столика, вот именно полноценным. Человек, который мне расскажет, чем же отличается нишевая парфюмерия от обычной. Нишевая парфюмерия – это селективная, это лучшее из лучшего, это отборная, это только натуральные ингредиенты, и это, знаете, запечатленная душа и характер во флаконе. Нишевая парфюмерия, она отличается от масс-маркета тем, что она звучит на человеке индивидуально. Кушаете с видом на море, как будто вы в Одессе, допустим. Ну, какой ближайший нет, у нас? Зачем Одесса? Зачем Одесса? Здесь просто нереальные вот острова, шикарнейшие острова. Причем эти острова я люблю всегда. Я всегда прихожу, сажусь за этот столик, ужинаю. Могу позавтракать, заехать именно за этим столиком, потому что здесь шум прибоя, поют птицы. Просто все, мне кажется, девушки мира порабощены, они собирают деньги, просят своих любимых мужчин приобрести эти духи, но есть же много подделок. Как отличить их от подделок? Натуральный уд, его подделать невозможно. Звучание как бы одинаковое в начале, первые 20 минут, но манталь звучит 24 часа, и каждый час он меняет свою тональность. Кухню хочу отдельно подчеркнуть, очень вкусная. Шеф-повар у нас открывает целый ряд ресторанов в Европе, по Украине. У нас он работает на постоянной основе. Новые блюда создает сам. Все-таки меню европейское, правильно? Да, больше европейское меню, но у нас есть карта отдельная под заказ шеф-повара. То есть любого формата, только кроме японской кухни. Это вот. Прекрасное заведение, где нет суши с да. майонезом. Новое меню здесь очень вкусное. Я просто повернута на десертах. Я почти
здесь, я их попробовала. На десертах? Эта женщина повернута на десертах? Я очень, питаю слабость к сладкому, очень много ем. Очень люблю конфеты шоколадные. И десерты в Метрополе теперь люблю. И теперь не знаю, что с этим делать. Мы всегда рады будем любому нашему гостю в ресторане, любому отзыву на наших страницах, в соцсетях, положительным, отрицательным. Это для нас всегда имеет значение, для того, чтобы мы могли исправить те ошибки и недоработки, которые мы имеем. Поэтому благодарим вас, гостей, которые сегодня пришли на открытие. Наверное, подобрали, не то чтобы самую лучшую команду, но тем не менее команду профессионалов, которая, на мой взгляд, наверное, должна привести это заведение к новой вершине, к новому успеху. Вот, и, соответственно, будет радовать гостей нашего города, которых, собственно, мы и приглашаем в новый ресторан. Всегда рады видеть.